блокировку где? У меня спакуха. Спакуха. Не, не надо велотасет, мы только грязь развезем. Ну, потри тогда, потому что она очень грязная. Там находится контрольные точки, да, или вот сюда, угу. Чего сейчас? Мне нужно ориентиры анатомически. Ага. И на что вы их ориентируете? На кроме лопатки. Ага. Вот так подошло. Ага, надо. Ничего. Так, а дальше? Такие добрые все. А дальше? А дальше куда? Дальше? Так, параллельно. Uh-huh. Плечевой кости в направлении плечо-лопаточного сустава. Uh-huh. Соответственно, до середины акромиона примерно. Сейчас под него вводим? Uh-huh. Под лопатку. Наверх подними еще. Что, опилки? Ну, это... Свилить? Нет, ей первую комнату этого. Коррекционный тест обязательно. Спала она во второй. Немножко можно шевелить в разные направления. Ну, чтобы не в одно инициировать, а в разные. Не в одно выжить все. В разные. Ну, каждый раз, когда перекалываетесь, вы проверяете. То есть где я нахожусь? Да, чтобы не было сосуда, где один. Просто если вы попадете, это кровоток. Ну да, это будет очень печально. Будет не очень хорошо. Минимум. Так, когти нам постричь не нужно? Нужно, нужно. Все нужно. Передний и задний. Нет, они, в принципе, убраны. Я думаю, что... Может быть, тут... подстучь еще подольше? Вот этот вот только надо подрезать. Место, знаешь, сколько в Евросии? Когтерезка есть тут где-то?